Салют всем сталкерам, проходящим вместе со мной модификацию Зова Припяти, связь времен, время Альянса 3. По заданию Белого Волка мы находимся сейчас на темной лощине. Нам нужно отыскать цветок жизни, который охраняет контролеры, убить которых можно только ножом. Необходимо принести цветок Белому Волку. Вот здесь вот возле тоннеля обитают наши товарищи. Сейчас мы будем пробовать убивать. Убивать обязательно с ножа. Не знаю я, сколько их там штук. Просто надо порешить товарищи. Вот у нас цветок. Я вообще не знаю, надо их убивать, не надо. Ребят, смотрите, ничего сделать-то он не может, не. Есть контакт, есть, мочканули мы бюрюшков. Полетели Белому Волку сдавать задания. А вы, ребята, всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Всем пока, увидимся в следующей серии. Видео выходят каждый день. Вот у нас цветочек жизни.